Не знаю. Был такой двор бревенчатый, постройки какие-то такие, ну я так понял, что это какая-то, наверное, сельская местность. Ну вот, вдали так мне показалось, какая-то голубая дымка типа реки. Вот. И такое у меня ощущение было, что это, ну, такая глушь. Потом я смотрю, на самом переднем плане такая линия так проходит. Я говорю, о, наверное, ЛЭП. Что-то мне так прислалось. Ну, такая провода от ЛЭПа. Ну вот, потом пригляделся, пригляделся, а это веревка. Веревка белевая, натянутая. И думал, что это там птички сидят, друзья, а это прищепка на веревке. Так мутновато запечатлелось на первом плане. Вот такой роман появился «Прищепка». Топорща паруса у пирса, там брик стоял еще вчера. Теперь лишь свет киля на пирсе неподметенного двора. И как обрывки серпантина с перил и свай крыльца чьего-то дрожит и рвется паутина, дрожит и тянется к воротам. Как будто есть между нами связь, а я боюсь или стесняюсь, не оглянусь, как будто знаю, там чья-то жизнь не задалась, там за спиною, как живая, на тонкой нитке бытия, забыта в спешке, как я. Прищепка бьется белевая,